Привет всем на канале Див Кладоискатель. Всем привет. Сегодня мы с Олегом, и снова у нас разведка. Вот такое поле, то есть поле, блин, лес, уже все заговариваешься. Новое, здесь лес рядом со старым заброшенной деревней. Ну, полузаброшенной. Все как мы любим, короче. Будем походим, пробовать искать. Да. Если здесь будут находки, то в песочке сохран будет обалденный. А вы не переключайтесь, ждите находок. Пойдем копать. Первая находка. Ну, здесь какая гильза. Сохран. Чистоган. Берем латунь. Здесь ходят грибники, и к нам прибилось. Иди-ка, иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Рыжик. Иди сюда. Красавчик. Конечно, надо все пометить. Рыжик. Классная порода. Никак уже все кончилось. Топливо. Вторая находка. Звучало 14-15. Это пуля. Теперь у нас есть и патрон, и гильза, и пуля. Двигаемся дальше. Ну, здесь чисто. Мусора даже нет. Немного походили. Походу, надо двигаться в другое место. Здесь голяк. Вообще лес чистый, молодой. Ничего тут нету. Поехали там, где мы с Денисом уже много чего находили. Опять по своим следам походим. А вы не переключайтесь. Как обычно, ждите находок. Переехали на другую локацию. Здесь мы уже ходили с Денисом, и один я ходили много-много раз. Ну, в лесу сейчас ходить комфорт, на поле ну ее нафиг. Плюс один, плюс два, ветер 6,6 метров. Написано, ощущается как минус 6. Ну ее нафиг. Походим здесь, а вы не переключайтесь, ждите находок. Есть первая находка, Олег. Монета? Нет, часы позолоченные. Да может, даже золотые, да. Офигеть. Ну сколько мы здесь ходили и мимо прошли. С ремешком. Может, даже золотые. Надо будет пробу потом посмотреть. Чпок. Ага. Смотрите, какая красавица. Либо позолота, либо чисто золотой корпус. Одно из двух. Отлично. Вот это находочка. И мы здесь ходили, блин, 100 раз. Денис, привет от старых штиблет. Двигаемся дальше. Монета у нас. Где? Я сам не брал. 3 копеечки. Отлично. Сохран бомба, да? Да. Хе-хе-хе. Класс. Первая монетка. Олег отличился. Сейчас еще что-нибудь найдем. Полюбас. 3 копейки, 1950 год. Смотрите, какой сохран здесь в лесу. Офигеть просто. Отлично. Золотые часы и монета уже есть. Двигаемся дальше. Рядом с этой же ямкой сигнальчик. И у нас это пятачок. Пятачок. Ох ты, какой красавчик. Офигеть. Не 26-го. Это тоже либо 50-х, да? 40-й, что ли? Вторая монета рядом с этой же. Но здесь рассыпух мы с Денисом поднимали не одну. 5 копеек, 1946 год. Смотрите, какой сохран. Просто обалдеть. Обалдеть. Ну что, мы уже не зря сюда приехали, да? Да.
Отлично. Двигаемся дальше. Третья монета в одном и том же месте. Где? Вот она лежит. Под корнем. Монета? Ну да. В этой же ямке, где пятак. 15 копеек, по-моему, рамочник, да. Три монеты. Это не редкость в этой части леса. В одном месте. Отлично. Третья монета в одном месте. 15 копеек и тоже 1946 год. Вот так вот рассыпуха. Это не редкость в этой части леса, я уже говорил. Отлично. Двигаемся дальше. По этому промокоду гарантированная скидка и подарки при покупке товара. Просто укажите этот промокод в комментарии к заказу или по телефону. Ссылка в описании. Советская, скорее всего. Не, это какая советская? Пуговица. Ну, это ВМФ. Морская, да. Я находил тут такой. С якорем. Отлично. И 2 копейки еще. Сохран вообще бомба. Охренеть. Олег сегодня меня вообще просто отскакал. Пуговица вон морская. 2 копейки. Какой год сказал? 30-й, по-моему. 30-й? Отлично. Двигаемся дальше. Ну, наконец-то у меня монет. И главное, так орала громко. 9-10. Это поздние советы, походу. Да? Да. Да. Ну, ты не представляешь, как орал. Как будто здесь кусок алюминия огромный. Так, ладно. Ну, хоть какая-то монетка. Наконец-то у меня первая монетка. Поздние советы. Копиндос. Ладно, двигаемся дальше. Река Вонючка называется. Вот мы тут экстрим. Если сейчас искупаться, это будет весело. Слушай, ты в сапогах, а я, блин, в берцах. Надо как-нибудь это... Аккуратнее. Опа. Ты так. Не пройдешь ради монет, да? Не говори. Ай-яй-яй-яй-яй. Сползаю, сползаю. Сигнал был 12. Смотрите, что нашел. Интересное. Что-то старинное. Что это такое, не знаю. Прикольная штучка. Сейчас поближе покажу. Очередная старина. Кто может подскажет, что такое? Ну, у нас предположение, что это опять крышка от курительной трубки. Вон отверстие по кругу. Ну, старина. Отлично, двигаемся дальше. Снова сигнал был 9, еле-еле его нашел. Очередная копейка. Сегодня мне поперло на копейки, блин. Ну, ладно. Монета она есть, монета. Очередная монетка, очередная копейка. Поздние советы. Ну, какая-никакая находка. Олег еще какую-то нашел фигню. Опаньки, нифига себе. Олег, да ты вообще... Что это? Да это старинная штука, украшение. Нифига себе. Охренеть. Вот это да. Это лет 300-400, наверное, ей. Блин, вообще. Супер. Копаю. Сигнал 18-19. Говорю Олегу. Ну вот и у меня пробка. Нет, это пятачок. Да. Ох, какой сохран. Это вообще бомба. Офигеть. Смотрите, какой красавчик. Пятачок. 1946 год, по-моему. Сохран просто бомба. Че, отлично? Сколько мы уже? 6 монет? Нормально. Двигаемся дальше. Снова сигнал 10-11.
И снова монетка. 15 копеек. Что, я коснул, что ли, блин? 15 копеек. Рамочник, что ли? Да, походу. Отлично. Еще одна монетка. 15 копеек. Рамочник. Идем по тропинке к реке. И вот заходим на карманы вдоль тропинки, которые пустые там такие. Видно, что свободного места много. Наверняка здесь отдыхали. В этой же ямке закопал ее, прозвонил. Снова сигнал. Снова 15 копеек. Кто-то присел или отдыхал. Ух ты! Надо будет ее скрутить. Ладно, сейчас я займусь. Отлично. Очередная пятнашка. Теперь 1936 год. Офигеть. Аккумулятор садится. Все. На обоих камерах. Любимый сигнал 9-10. Принес нам еще одну монетку. Десяток. Теперь мы сравнялись. У нас по 5 штук. 10 копеек рамочник. Это вообще звучал, я сказал 9-10, нет, это 8-9 звучал. 1950 еще. Отлично, двигаемся дальше. На этом все, сейчас быстренько скажу, вот аккумулятор садится. Погуляли мы, хорошо. Смотрите, что у нас. Верхний ряд, это Олег. Висюлька какая-то, пуговица. 5 монет, 5, 3, 15, 2, 1. И у меня 6 монет. 5, 5, 2 пятнашки, десяток, 2 по копейке. Вот это вот похоже от курительной трубки. Если не прав, то отпишитесь. Ну и, конечно, самое зачетное, это предположительно золотые. Ну, минимум позолоченные часы женские. Отлично. Всем спасибо за внимание. Пока. Пока. Thank you.